Военный эксперт, полковник Киселев Виталий Викторович, Луганская Народная Республика. В данном университете я занимаю еще должность советника ректора по военно-патриотическому воспитанию молодежи, а также курирую военный факультет университета имени Даль. Я скажу так, Василий Малюк – это один из молодых и одиозных руководителей структуры СБУ. Он, можно так сказать, коренной житель и обучался как раз-то вот в системе СБУ, и проходил работу, и рос, и карьерный рост шел. И насколько у нас есть информация о том, что он сам выходит из Житомирской области, где как раз-то вот развита очень сильная сеть по добыче янтаря. Это ценный минерал, который идет, в принципе, запросы идут на Китай, на Турцию, на Европу, как ювелирное украшение. Вот. И он стоит как раз-то за этим янтарем. В свою бытность нахождения в Житомирской области он также и остался курировать этот черный бизнес. Помимо этого черного бизнеса, он также торговля людьми, оружиями, ну и, безусловно, то, что называется наркотики. Наркотики – это один из тех видов деятельности, которые стояли как раз-то вот под Малюком. Почему назначили именно его и убрали Баканова? Здесь все очевидно. Баканов не всегда торопился выполнять роль карательного органа, и те указания, распоряжения с офиса Зеленского, которые выдавались, он их сначала обдумывал. Это для самого Зеленского, это очень опасная тенденция, ввиду того, что когда человек что-то думает, и потом может быть противоречит, и тем более не исполняет сразу сходу те указания, распоряжения. То есть думающие люди для Зеленского, это очень опасные люди. Пусть он и проукраинский, пусть он и русофоб, но он никак не устраивал именно в своей структуре именно офис Зеленского. Зеленского, Ермака, потому как они выстраивают очень жесткую вертикаль силовых органов. Поэтому и кандидатура у нас получается Василия Малюка была назначена с учетом того, что это молодой, амбициозный. И молодой, то, что ему порядка 40 лет, его дали высокую должность, это возглавить СБУ, и плюс ему присвоили сразу же высокое воинское звание, специальное звание или воинское, я не знаю, как там на Украине, генерал-майора. Вот представьте, что молодому человеку сразу, и который находился где-то в деревне, где-то работал, приезжает в крупный город, в центр крупной страны, в столицу, на высокую должность и получает высокие звания и получает, тем более, получает доверенность, так сказать, от президента на карательные мероприятия и на провокации. Безусловно, он будет выполнять все, что угодно. Он взяточник, он коррупционер, он создатель ОПГ, он торговец наркотиками, оружием и черной добычей янтаря. То есть все то, что касается и необходимо как раз для офиса Зеленского. Этому человеку дадут возможность о том, что он ни за что отвечать не будет. Ему дадут гарантии неприкосновенности в обмен на то, что он будет выполнять полностью все те указания и распоряжения. И сегодня самое основное, первая его задача поставлена таким образом. Я немножко отвлекусь от этого направления. Буквально вчера-сегодня вы знаете о том, что взяли наше подразделение ЧВК «Вагнер» «Солидар». Зеленский заявил о том, что там все было усеяно якобы трупами российских солдат. На самом же деле это все не так. Такого не было. Я видел четко с квадрокоптера все те районы, которые выбивали ЧВК. Именно выбивали и вышибали укрнацистов. Все они лежат на поле, до сих пор лежат. Это синие повязки, желтые накаски и так далее. Их в огромном количестве. И точно такое же сейчас направление у нас Бахмут, на котором точно такая же практически ситуация. И взять и южное направление, там, северное направление, Сватово, Кремена, такая же ситуация. Поэтому сегодня необходимо задать некий посыл для народа Украины о том, что в городе Харькове могут быть диверсанты. В городе Харькове могут быть диверсионно-разведывательные группы, которые нужно найти, поискать и зачистить.
То есть это основная такая преамбула и основное направление для того, чтобы СБУ, как лидирующий орган в службе безопасности в рамках Украины, должны найти этих диверсантов. Но что за этим скрывается? За этим, безусловно, скрывается следующее. Для Украины сегодня потери на Солидарском, Артемовском, на Сватовском, Кременском направлении огромнейшие. И сегодня задача, как раз-то поставила на Малюку, офисом Зеленского, с Харькова и Харьковской области собрать 100 тысяч населения. Мужчин от 18 до 60 лет. То есть это говорит о том, что те потери, которые были, они невосполнимы. И за счет вот, проведения вот этих карательных мероприятий, они уже сегодня окружили город Харьков. Они выбивают целыми улицами, кварталами, заходят в каждую квартиру, проверяют мобильные телефоны, проверяют прописку. Они спрашивают, где находится сын, где находится муж и так далее. И сразу же стоят уже автозаки и их вывозят в район Днепропетровска, их вывозят на Полтаву и оттуда уже на Западную Украину для подготовки в тех лагерях наемников, которые их там будут тренировать, и дальше готовить их на линию боевого соприкосновения.